сейчас мы находимся на советской границе. Армянские вандалы подожгли несколько домов в селе Акен Спитакашен. В советское время оно входило в Зангиланский район Азербайджанской ССР, прямо на границе с Армянской ССР. Теперь оно переходит под контроль Азербайджана, передает канал 12 со ссылкой на спутник Армения. Село расположено в нескольких сотнях метров от Капанского аэропорта и примерно 2 километрах от города Капана. При помощи дорожной техники на армянской стороне проводят границу по советской линии между Армянской и Азербайджанской ССР. Дорога из Капана в Зангилан блокируются на той точке, где в советское время проходила граница. Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что делимитация проводится на основе документов. «Мы должны понимать, что ведется делимитация. Переговоры проводятся на основе ряда документов», — сказал он. Минобороны Армении накануне также предупредила армян отойти на старые советские границы до 17:00. Прямо сейчас мы находимся на советской границе между Арменией и Азербайджаном. Мы находимся на армянской территории по этим картам, за экскаватором территории Азербайджана. Как сообщают местные жители, азербайджанцы в нескольких километров от этого места. Сейчас перекрывают единственную дорогу, которая выходит на Капан. Место стыдно, аскаться.